Вот и приехала я в резиденцию. Здесь очень красиво. Вам сейчас все покажу. Да. В общем, здесь мы все готовим кушать. Но я не готовлю ничего. Я покупаю готовую еду в основном в супермаркетах. Холодильник. Вот здесь все есть. И кофеварка, и тостеры, и чайник. В общем, все, что нужно. И вот посуду помыть можно. И стиральная машинка. Здесь вот, если вы выйдете из кухни, вот такой дворик есть прикольный. Такой здесь туалет, раковина, вот душевая кабинка. Все очень тепло и чистенько. Здесь убираются каждый день. Пылесос здесь такой есть. Ну и на каждом этаже комнаты. А сейчас без 15:09, у меня еще есть 15 минут до занятия, я вот решила попить кофе, заказала себе капучинка и мюсли, и шоколадку. Вот сейчас буду делать еще домашнее задание, я вчера легла спать рано и не успела, представляете? Best. Do you remember the meaning for best? Yeah. Explode. Question goes up. What is your favorite color? What's your favorite color? Good. In English, we don't say color, which is you say color. Color. Better. Good, thank you. Next one, you come, please. What is favorite color? What is favorite color? No thinking, unconsciousness. Facebook. I know children 2 years can unlock telephone and can play in a game in telephone 2 years baby. 2 years baby. He will be intelligent. Что я немного простыла. Я сходила в аптеку. Покажу вам сейчас, что купила себе. Мне посоветовали вот эту штуку купить в Лондоне. Лем Сим, это порошок, типа Колдрикса нашего. И купила еще такую вот штуку. В Европе я вот часто такие штуки видела. В общем, вы дышите, вдыхаете ее, в нос засовываете, вдыхаете. Она такая ментоловая, прикольная. И у меня, как всегда, вылазит герпес на губе. Когда я простываю, я купила здесь Завиракс местный. Прикол, да? Я уже поела. Короче, я делаю, видео редактирую, делаю домашнюю работу здесь, в комнате. Кстати, посмотрите, какие здесь есть журналы. Тайм-аут можно почитать. Про звезд, про Лону. Все на английском. Вот такой у меня лук, где джинсовая юбка. Кстати, ботфорды я эти покупала в Альдо. Очень дорогие, но зато мне в них тепло и под все подходит. Такие женственные. Потому что у меня были же бутсы заровские. И я в них как-то грубо выгляжу. Я захотела себе что-нибудь женственное. Здесь невысокий каблук. И они такие, в общем, секси. Thank you.
станции метро одной. Здесь неподалеку находится очень интересный парк, как в Америке, парк аттракционов. И так как сейчас все активно ждут Рождество, готовятся к Рождеству, все украшено по-особенному. И говорят, что парк очень-очень интересный. Мне посоветовали туда пойти. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la.